Привет, с вами я, обзор и теория Майнкрафта. Сегодня мы рассмотрим новый снапшот 20W14A, который относится к 1.16 или обновлению Незера. Мы начинаем! Поехали! В этом снапшоте нам добавили вот такого моба, Зоглина. Это зомбифицированный Хоблин, но по-моему Зоглин звучит гораздо лучше. Выглядит он интересно, даже немного устрашающий. Но как его получить? Все очень просто. Приведите Хоблина в верхний мир, он начнет трястись, и через минуту он станет Зоглином. Изменения коснулись также Страйдера. Их перевели на русский язык как Лавомира, что, я думаю, звучит странно. Лучше бы оставили Страйдерами. И теперь, если нажать по лавомерке удочкой с искаженным грибом, то она начнет бегать быстрее. Однако удочка теряет свою прочность на 1 единицу. Изменения также коснулись магнетита и компаса. Теперь магнетит перевели на русский язык. Он читается так же, как и на английском. Магнетит. А еще стало возможным зачаровать компас на проклятие утраты. То есть, если вы умрете, то компас пропадет навсегда. Также, если нажать компасом по магнетиту, то он будет называться намагниченным компасом. И если сломать магнетит, к которому привязан компас, то он не будет так бешено крутиться, как в прошлых снапшотах, а будет крутиться медленнее, как будто ищет магнетит. Кстати, Моджанги добавили новый фон в главное меню. Я думаю, то, что он выглядит прекрасно. Этот снапшот был небольшим, но информативным. Моджанги молодцы. С вами был я, обзор и теории Майнкрафта. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик. Всем пока!